then using the same color setting on the lips as on the cheeks. Because as you can see, it's really easy to create the same style just using the one product as you see on the face chart and as you saw on the runway of Aladdin Budashkin. Образ, который мы создали, немножко отдает рок-н-роллом, но при этом подчеркивает естественную красоту этой девушки. Мы с вами видим подчеркнутые глаза при помощи макияжа смоуки. Это такая дымка, создающаяся тенями вокруг глаз. И один и тот же цвет, что важно, на скулах и на губах. Таким образом, вот глядя на этот фейс-чарт и вдохновившись этим образом, каждый из нас может создать подобный образ у себя дома. The second look that I...